Добрый вечер. Рады вас видеть опять в Доме Земс, в нашем уютном, теплом берлоге, где можно прятаться от внешнего мира и изолироваться от внешнего мира регулярно. Сегодня у нас особый случай. Во-первых, мы продолжаем с программой «Месяца Украины в Европе» в Кишиневе. И у нас особый случай. Мы имеем удовольствие представить вам нашу участницу нашей программы резиденции КАР, которая приехала из Херсона, из оккупированных территорий в данный момент, и проделала очень длинный путь до нашего города, чтобы поучаствовать с нами вместе в нашей программе. Она провела целый месяц с нами, и она работала над своим проектом, про который КАР мы тебя попросим рассказать. Да, я вас приветствую на «Остаться нельзя уехать». «Остаться нельзя уехать» — это серия графики, которую я привезла, и обрывки, которых я привезла, да, и создавала уже в Кишиневе. Это графика, которая была в групповой выставке в городе Херсон. Название без названия. Во время оккупации организаторы музея современного искусства города Херсон и Херсонская областная ассоциация социологическая Украины. Да, вот. Мы провели групповую выставку. Эти работы были в закрытой экспозиции ради безопасности моей собственной и безопасности других участников. Я там уже указывала по поводу политцензуры, да, и подвальности. Вот. Подвальности. Далее, в ночь 31 октября на 1 ноября, это ночь как раз-таки «Остаться нельзя уехать», я разрываю эти работы и по обрывкам беру с собой на память с правого берега на левый и везу их туда, в никуда, везу их. И позже, уже 10 февраля, мы вместе с моими обрывками перемещаемся через сканирование, опять-таки, подвальности, перемещаемся в никуда, да, в Крым, в Россию, Беларусь, Латвию, Литву, Польшу, Украину и перемещаемся в Молдову. Вот. И уже будучи здесь, да, в резиденции, я думаю о том, что вот это кладбище работ, тех, которых я привезла, нам было бы замечательно оживить, да, сделать живыми. И я бы хотела с вами поделиться вот этой живостью и жизнью, да. «Остаться нельзя уехать». Вот и